Коты и мужики чем-то похожи друг на друга. Да, вот знаете, нам когда, если что-то надо, мы становимся такими ласковыми, добрыми, либо уже где-то нагадили. О, ты колбаски на завтрак накрутил. Да, как накрутил. Приятно. Только я себе что? Ее накрутил. Себе? А мне? А я тебе ночью предлагал колбаски, ты не захотел. Значит, все мне. Что значит, я уехала на 3 месяца, и тебе нечего было кушать? Нечего было кушать мне все 3 месяца, Люда. Я морозилку забила мясом просто. Она снизу доверху забита мясом. Так правильно, ты ее всю забила. Даже места мне не оставила для пельменей. Где я пельмени буду хранить, а? Я чуть с голоду не умер, Люда. О, боже. Между прочим, знаешь что, Люка? Успех приходит к тому, кто умеет ждать. Угу. Поэтому ты целыми днями лежишь на диване, да? Ждешь? Жду, да. Жди. Доброе утро, любимый. Доброе утро. А я с подарком. А что? За что? У меня нет дня рождения. Ну ты ж как... просила меня. Игорь, подари мне что-нибудь с алмазиком. С алмазиком? С алмазиком, Люда. Боже. Ап! А что? Что это? А это сверло, коронка с алмазиком. Носи на здоровье, любимый. Люда, а почему я самый последний узнаю о том, что происходит в этом доме? Тише. В смысле тише, Люда? Не ори, не ори. Геннадия разбудишь. Какого еще Геннадия, Люда, я разбужу? Который спит в шкафу. Опять троллишь меня, да? Да. Я теперь понял, почему бабы выходят замуж. И почему? Почему? А потому что вам дают личного человека, которому можно либо запрещать, либо позволять всякую хрень. Люд, ну ты же вегетарианка, Люда. Ну что ты каждый день, пьешь мою кровь, Люда? И ешь мой мозг, а? Игорь, какая кровь? Какой мозг? Посмотри на себя. Ты же овощ. Ты можешь, пожалуйста, не создавать мне проблемы, Люда? Ну, честное слово, уже вот здесь вот. Игорь, что когда Игорь? Женщина создает проблемы, это нормально. Да? Да. Ненормально, когда мужик их создает, а она их решает. Дом, дорогая, это место... где женщина трудится в отсутствии мужчины. А мужчина? А мужчина отдыхает в присутствии женщины. Для женщин, между прочим, мужчина, знаете, как пирожок. Да, пирожок. Кому-то нравится с капустой, а кому-то нравится с яйцами. Ездила сегодня за покупками, расхерачила машину у дрова. Вкусный борщ, правда? Когда в нашем доме уже появится ложка для обуви, Люда? О, сейчас. Стоит 3 рубля стоит эта ложка, неужели нельзя купить ее? На, держи. 3 копейки. Держи. Ложка! Ложка. Была ложка! Да, была ложка. Умеешь испортить всю интригу. Хотела тебе на день рождения подарить. Ложку на день рождения. Ложку. Трусы, носки и теперь уже... она еще и с бантиком, а? Да, комплект. Все ваши бабские подарки. А? Промежуточный возраст, знаете, это когда... вот ты еще готов к бурному сексу на подоконнике, но уже не знаешь, куда девать с него рассаду. Лёх, мне такой сегодня сон прекрасный снился. Какой, вот будто любимый? Я еще холостой, угу. Маленькая, и прошу твоей руки. А рожа чё такая довольная? А ты мне отказала. Блин, опять ты его перегрела, Люда. Игорь, не надо разговаривать со мной так, как будто у тебя скидка в травматологии. Понял.
Понял? У хорошей бабы, знаете ли, мужик накормлен, напоен, сексом наделен и спит. Да? А сама баба в это время в интернете.